Израиль официально заявил об отказе сотрудничать с комиссией ООН. Ее создали при Совете по правам человека, чтобы расследовать действия армии Израиля в секторе Газа в рамках операции «Несокрушимая скала». Членов комиссии даже не пустили в страну. В МИДе отметили, что в Совбезе ООН существует навязчивая враждебность по отношению к Израилю. И результаты расследования комиссии известны заранее. Глава комиссии Уильям Шаббас неоднократно призывал Международный уголовный суд арестовать и судить премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, а также президента Шимона Переса.